Привет, с вами Пост, и мы продолжаем проходить Спайдермена. Первая часть вышла на канале давно. Тем, кто не смотрел, советую посмотреть, потом продолжать эту часть. Что же мы поняли? То, что можем путешествовать по городу, можем выполнять различные квесты, можем отбиваться от преступников и... Совершенно верно. Выполнять сюжетные миссии. Ученые выяснили, что если выполнять миссию, пройдешь игру быстрее. Но можно заниматься... Доктор, как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Не только прохождением, но и путешествием внутри игрового мира. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. Его оптимизм на разъезд бы продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. Вот основная беда в том, что этот, короче, ученый что-то замышляет. В первой части мы строили костюм. Достаточно такой мощный, который управляется полностью, можно сказать, нашим интеллектом, который дает превосходство над физическими объектами в виде людей, машин. Так, здесь бандит. Бандит, на карте было что-то красное. Остановлю их, пока об их гибели в газетах не написали. Ну что, сейчас мы их быстренько остановим. Негодяя. Попробую срезать. Так, он от нас уходит. Ездит пока кругами. Экзамен не сдан, прав не получите. Как грубо! Ага. Взаимодействие идет по отдельным кнопкам. Yes. Поймал машину, поймал. Не успел перекинуть. Ну ничего страшного. Вот так, да? Бывали поездки и похуже. Согласен. Ну, самое главное, что никто не пострадал. Мы починили антенну. Благодаря этому нам начали поступать новые задания. Так, отправляемся к отметке. Всем машинам сообщение о нападении. Немедленно выезжайте в Челси. Прием. Хорошо выглядишь, Пучо. Хорошо выглядишь. О, Человек-паук, свяжи со мной. Не верю, что это правда ты. И что здесь происходит? Вы заблудились? Я звоню в полицию. Слушай, завязывай уже с этим дурацким подражанием человеку. Ну ладно. Пока вроде ничего не происходит, хотя отмечены красным. Привет.
Так, отправляемся. Отправляемся изучать, что там за костюм, что с ним за история. Я так понимаю, что помогаем все тому же ученому в той же лаборатории. Будем строить, разгадывать логические загадки, кои есть в этой игре. И выяснять, что же там выяснили ученые. Так, я переоделся. Иду изучать, что там у нас не получается. Отлично. Кажется, док до утра не вернется. Пора заняться паучьими делами. Давай пошалим, давай пошалим. Паучьими делами займемся. Так, быстрее мы идти не... А нет, хотим, все хорошо. Поврежден костюмчик. Сейчас паутинка сделает. Доктор Октавиус, я... Что это у вас там? Лапша. Если бы я знал, что ты тут, я бы... Что это у тебя там? Да так, один проект. Ну да. Это ты. Я не знаю, да что... Да брось, Паркер, это же очевидно. Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я хотел. Но боялся, если кто-то узнает, моя семья будет в опасности. А. Да. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой ты тоже. Да. Ну, да. Не бойся. Я нем как рыба. Да, по тебе видно, нем. Пидорасина. Я, пожалуй, пойду. Замышляет что-то точно. Точно замышляет. Ну ничего, мы к нему еще вернемся. Проверь почту. Надеюсь, док не уволить меня хочет. А что он еще может хотеть? Питер, когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты замечательный человек и партнер. Даже когда ты очень занят, ты находишь время помогать другим. Заметив, что костюм поврежден, я взял на себя смелость придумать несколько улучшений для него. Во вложении ты найдешь некоторые мои идеи, которые улучшат костюм и помогут защитить Человека-паука, который так много делает для города. Я горжусь нашей общей работой, которая меняет мир к лучшему. Твой партнер... Белый, ну, понятно. Паук? Так, это стандартный костюм. Это... Обновленный костюм. Понятно. Должно сработать. Тут мы можем улучшать костюм. Модифицировать его. Хорошо. Я так понимаю, что он может увеличить скорость, он может увеличить время полета и защиту. Броня повысится. Сила вряд ли повысится. Ну ничего, посмотрим, что будет. Ух ты! Новая кросса. Прикольно. Зачет. Хорошая Пардон, реклама. Пишу на работу. А графика, да? Костюм старый добрый я. Отправляемся к вышке. На карте отмечена у нас одна локация. Это вышку, которую мы должны починить. Человек-паук. Думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов.
Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть, да? Поэтому я надеялась, что ты осмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Понял тебя. Стану любопытным соседом-пауком. Опять шалит наш друг Вискас. Отправляемся на помощь. Вышку мы починили. Вот такая простая головоломочка. Кстати, на тему того, что можете чинить, прослушивать полузаконно и околозаконно полицейские станции. Тем самым помогать полиции ловить преступников и разбирать все ограбления, которые находятся в городе. Мои преданные слушатели, щеткоголовые, как они зовут себя. Хотя да, и, кстати, эта штука помогла слушать радио. Я предупреждал, что в городе устанавливают жуткую систему наблюдения за преступностью. Так вот, она не работает. Почему, спросите вы? Потому что кто-то пришел в себя и понял, что нарушает гражданские права? Нет, потому что эти некомпетентные бюрократы построили сеть, которая падает чаще. Так, мы забираемся на дом. Пошла загрузка. Юрий, я на стройке Фиска, и тут куча парней, которые совсем не строительством заняты. А что они делают? Что они делают? Сейчас я это выясняю. А, док прислал сообщение. Похоже, новая идея паучьего гаджета. Он хоть во сне перестает изобретать? Давай откроем страницу гаджета. Ударную паутину. Неплохо. Изготовили. Не хватает средств. Ага, понятно. Новые навыки доступны. У нас увеличение дальности. Можем выбивать пистолеты. Присматривание бросок на паутине сбивает врагов с ног, освобождая вам пространство. Покупаем. Да? Да, я так полагаю, что это... Ух ты! Похоже, может сработать. Я тоже так думаю. Так, не могу прочитать. Почему я не взял очки? Шикарно! Доку понравится! Так. Говорит, что человеков-пауков много. Прикуси язык. Не хватало только армии человеков-пауков. Новички. Так что запомните правило номер один. Вам не стоит опаздывать с доставкой. Никак. У босса строгий порядок. Он не любит задержки. Один парень. Он решил промочить горло во время доставки. Это была его последняя доставка. Улавливаете? Нам платят, потому что мы доставляем. Всегда вовремя. Я знаю, что ты... Ха! Ты покойник! Ну, давай. Сейчас ты сдохнешь! Слабей! Это человек-паук! Вы знаете, что делать! И добивающий. Один есть. Хорошо. Ему.
Ну неплохо, неплохо дерутся. Непросто. Понятно, да, там NPC, все дела, но... Ну, пока ты в паутине. О, не-не-не. Так, у нас есть эжектор. Черт, паутины. Еще парни. Ну, коли еще, то мы с ними обязательно разберемся. Человек-паук, мы накрыли 4 нелегальных торговцев оружием в паре кварталов от стройки. Неплохо. Оружием. Попробую перекрыть поставки. Что это? Ну, скажу я однозначно. Тут нужно уметь быстро двигаться. А еще быстрее нужно уметь поворачиваться. Во-первых, выстрелы. Да, это вот антенна, то, что у нас вскакивает над головой. Линия такая, интересная полоска. Так, хорошо, хорошо. Кажется, они позвали друзей. Отлично. Очень хорошо. Попробуйте закруглиться. Попробуйте. Привет, еще парни. А у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Так, у нас парни уже приходят с мечами. Причем электрическими. Пока мы будем. Вырубать их в первую очередь. А потом займемся всеми остальными. Предлагаю сдаться добровольно. Нет? Ну тут серьезная линейка. Нормально, нормально, они повысили. Повышают уровень с каждой атакой. Я так полагаю, с ними сейчас не совсем актуально. Отлично. Минус один. Так. Дружок. Сейчас ты заткнешься. Ну, или тоже. В том случае. Все, тайник Фрикса пройден. Выполнили миссию. Разнесли их. Теперь тут чисто, капитан. Только все в паутине. И кто-то наконец сообщил о выстрелах. Отряды уже в пути. Хорошая работа. Согласен, согласен. Неплохо, можно бы было лучше, но... У Фиска есть еще стройки в городе. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Да, разберемся со стройкой. И здесь обязательно займемся развитием персонажа. Если я хочу найти все стройки Фиска, нужно перенастроить свой навигатор на повышенную точность. Это можно сделать, используя объемную обработку фотографий популярных мест. Да. Пожалуй, я знаю, откуда начать. И антенну можно настроить. А
отправляемся в популярное место. Стройки нам помогли. Значит, качаем персонажа, зарабатываем очки. Бой, скажу я вам, не из простых. Не пробовал, попробуй. В данный момент очень актуально. Всем машинам, у нас незаконное вторжение. Всем машинам в Марихиле, у нас происшествие. Так, преступление продолжается, городу нужен герой. Старый добрый Empire State. Да, люблю билзы. Этот город. А теперь фоточку. Есть такое. Так. Так пойдет. Карта сейчас перенастроится. После ухода из Бьюгла я почти не фоткал. Уже забыл, как это здорово. Надо поснимать другие достопримечательности. Тоже займемся. Очень много объектов для изучения. И это на самом деле здорово. А, это мистер Ли. Алло? Питер, это Мартин Ли. Хотел тебя предупредить. У нас еще не все готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. Это так, все мутит. Появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе. Ну, во-первых, мы в первую очередь чиним вышки, делаем фотки достопримечательностей и вообще будем уменьшать преступность в городе. Так, вышка готова. Я вижу знак с левой стороны от нас достопримечательности. Исследуем обязательно. Мистер Маггинс, если вы насчет аренды... Мистер Паркер, этот звонок – третье и последнее предупреждение. Процедура выселения... Подождите, у меня зарплата в конце недели. Я... О! Процедура выселения начнется вечером в пятницу, если вы не погасите задолженность. Всего доброго. Ага, и вам. Так, хорошо. Фотографию я разобрался, как делать. У нас нет денег. Дают очки за то, что мы бегун. Гражданским лицам нужна помощь на месте аварии. Проследуйте к центральному вокзалу. Мистер Ли? Питер, у нас все готово. Ждем только тебя. Отлично, хорошо, уже отправляемся. В пути. Также можно замедлять время. Учиться летать и выполнять море дополнительных квестов. Тут есть же и рюкзаки главного героя. Вот этот значок. Происшествие в Марихиле. А это значит, что где-то здесь... Рюкзак из нашего детства, либо какой-то прикольный квест. И он пищит. Или это не он пищит? Ну, в общем. Обязательно займусь этим, поищу. И отправляемся на... Джентльмены, боюсь, я вынужден просить вас уйти. Да, тут происходило крупное ограбление. После ареста Фиска все мелкие сошки вылезли из своих нор. Ну, все как и говорили, да, то, что преступность начнет разгуливать по городу. Надо уйти до приезда полиции. Мало ли, как они меня... Да, это точно рюкзак, который где-то спрятан на паутине в доме. Тоже можно собирать рюкзаки. Отдельно будете получать очки, за которые можно будет модифицировать возможности персонажа. Паркур, мой паркур. 10-10, очевидец сообщил о наркосделке. Свободные машины, выезжайте в корейский квартал.
Тут с такими успехами до квеста не доберешься. Это на самом деле круто, потому как помимо основных миссий можете развивать персонажа до очень крутого уровня, и со временем это пойдет на пользу. И вам легче будет проходить так, миссии. Так, где я бросил сумку? Где-то бросил, судя по всему. Так. Вот и сумочка. Нашлась. Сейчас мы переоденемся и отправимся на встречу. Видимо, будет интересное предложение касаемо костюма. Будем строить его дальше. Но что-то мне подсказывает, что он... Мистер Ли на кухне. Готовится к вечеринке. Не в добрые руки уйдет. Так, идем к мистеру Ли. Привет, Питер. Привет. Так. Ставь то, что хочешь. Привет, ребята. Как игра? А как тебе кажется? Я побеждаю. Похоже, у него уже маразм, Пит. Я почти размазала его. Ну, главное, чтобы было весело. Я так веселюсь, надирая ему зад. Мечтай, чокнутая. Хочешь сыграть, Пит? Играем на орешки. Не-не-не-не-не. Я не потяну. Вы уж тут сами. Привет, Питер. Привет. Тут явно профессионалы работают. Не просто с ними. Мартин, простите, опоздал. Как раз вовремя. Просто отвлекай ее, пока мы тут не закончим. Понял. Вот и моя любимая тетя. Питер, какой сюрприз. Тебе помочь? А, ну да. О, есть тяжелые коробки. Нет, 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 я хотел сказать не сейчас. В смысле, я хотел... Я просто хотел поговорить. Ну что ж. Ладно. Питер, у тебя проблемы? Нужны деньги? Нет, нет, то есть я немного должен за квартиру, но не-не-не, нет, не надо. Опять что-то с девушкой, а? Что? Нет, ну что ты? Я так хочу, чтобы с МДЖ все наладилось, она милая. Да, но... У вас были бы чудесные детки. Питер, в чем дело? Ну, давай, расскажи мне. За эти годы ты помогала мне с колледжем и работала здесь. Ты так много отдаешь и ничего не просишь. Я бы хотел, чтобы в мире было больше таких, как ты. Он прав. 5 лет назад ты вошла сюда и сказала, что тебя вдохновила моя помощь людям. Теперь ты вдохновляешь меня. Мэй, спасибо тебе за все. Впереди много работы. Спасибо еще раз за этот праздник. О, я хотел бы сделать больше. Ну, как говорит Мэй, ты помог одному. Ты помог каждому. Может, нам стоит отправить Мэй переговорить с мэром. О, надо бежать. Спасибо вам еще раз за вечер и вообще, это правда важно. Так, вибратор сработал, пора бежать. Отправляемся в бой. Все не от Юрия. Послушаю снаружи. Все, бандиты, давайте. Привет, я полетел. Твоя тетя в другом. Шалом. Эй, Пит, рад... Вот и... Да. Тетя молодец, тетя молодец. Пускай, пускай. Это хорошо. Ну что ж, сейчас узнаем, что там случилось у Юри. Зарплату, я так полагаю, мне еще не прислали. За квартиру платить нечем. Можно жить в коконе из паутины. Так. Супер. Голосовое от Юри. Слушай. Привет. На аукционе, продающем имущество Фиска, сработала сигнализация. Можешь проверить? Только тихо. Не хочу поднимать шум на пустом месте. Имущество Фиска? Интересно. Что же прятал главарь в своих чуланах? Ну, а... Странно вообще, что его только-только посадили, а уже имущество на аукционе.
Вот оно вам, ваша Америка. Никаких скреп. Одни человеки летающие. Духовность поддерживают. Парадокс в том, что даже если упасть, не убьешь. То есть... Питер, летай. На вечеринке ты куда-то пропал. Пришлось пойти в лабораторию. Прости. К парню, да. Не извиняйся. Просто знай, то, что ты сказал, для меня очень важно. Я всегда сомневаюсь, так ли веду себя с тобой. Ну, не сомневайся. После да нет, гибели родителей и дяди Бена, если бы не ты, я много раз развалился бы на части. То же самое я могу сказать про тебя, Питер. Хочу, чтобы ты это знал. Мэй, я не знаю, что сказать. Молодцы, молодцы. И, кстати... Мне пора. До скорой встречи, дорогой. Я тебя люблю. И я тебя. Ну, дичь, конечно, ну да ладно. По последним новостям. Стартовала новая распродажа. Рождественская распродажа PlayStation Network. В данный момент многие игры на акции. GTA 5 забираете за 899 рублей. Ведьмак 3 за 649. Также Titanfall 2 совершенно бесплатно. Ух! Скидочка идет на Red Dead Redemption 2. Независимо, если играешь на ПК, устанавливаешь лаунчер от Rockstar, доступный на сайте rockstar.com. И так как только с сегодняшнего дня заработала акция с Черной Пятницей, приобретаешь игры по скидкам. Там же отдельно много приколов. Посмотрим, что будет. Я теряю терпение. Где? Тут... Здесь кто-то еще. Наверное, он его взял. Эти маски. Кто же они? Здесь нет никого, кроме нас. Мы найдем папку. Или ты умрешь. Все плохо. Вспугну их, она умрет. Сниму их незаметно. Да, давай снимем. Юрий, тревога не учебная. Парень в маске и с оружием взял заложника. Похоже на ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Есть, мэм. Нужно по-тихому, чтобы никто не услышал. Так. Так, нет. Мы выбираем прожектор паутины. Он идет. И что дальше? Закутанные в паутину, они выглядят так мирно. Да, неплохо. Весьма неплохо. Обидно, если эти парни уже позарились на бизнес-главаря. Я так хотел расслабиться в выходные. Ты правильно хотел. Но, я так полагаю, у тебя этого сделать не получится. Придется спасать мир. Что, в принципе, у паука... Надо подцепить его сверху. Осторожно. Так, и куда дальше идти? Я так полагаю, что он должен и... Так. Крадусь. Но должен услышать шаги. Тише. Так.
сразу. Кто-то идет. Здесь меня заметят. Ушли. Клянусь, она мне не показалась. Папка наверняка у нее. Если они здесь, то где же они? Не знаю. Так, а где еще враги? Фу-фу-фу. А? Нормально? Неплохо, неплохо, неплохо. Мы отвлекаем обоих. Барабаньки. Эй, а что это? Тут есть фотоаппарат. Это же принадлежит... Стоять! Знаешь, если бы мне платили за все стоять... Молодец, молодец, справилась. Эй, Пит. МДжей? Что ты тут делаешь? То же, что и ты. Работаю. Ну или... работала. О, кажется, это твое. Ага, спасибо. Это Робби велел написать о взломе для Бьюгла? Ну, вообще-то Робби не знает, что я здесь. И взлом начался лишь пару минут назад. А это, ну, что? Бывшая сейчас девушка. Пита. Снова сопливая встреча, 15 минутами ранее. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Посмотрим ролики, посмотрим. Все, внимание, красный пол. Уотсон, освещаю продажу коллекции Фиска. Да, но Крейг сказал, что встреча завтра. Я люблю все делать быстро. Ну, а я нет. Вам придется прийти завтра. Да, конечно. Кто любит Простите. Делать все быстро, ставим лайк, подписываемся на канал. Скорострелы. Эй, Крейг. Нет, извини, но... похоже, на обложку придется ставить что-то другое. Даже не знаю... может, того экспрессиониста? Попу поставь. Знаете что? Я думаю, сегодня получится. Вы уверены? Вы здесь, зачем же откладывать? Спасибо. Крейг, забудь. Порядок. Давайте приступим. Осмотритесь тут и ознакомьтесь с предметами. Как закончите, я буду ждать у статуи Баку. Сейчас. Ту-ту-ту. Осмотримся. Фиск, похоже, почувствовал родную душу. Делай то, что не станут другие. Самоконтроль — это не про него. Я понимаю, почему Питер это делает. Но вот не люблю я этих героев под маской. Ведь после всего хочется с чувством выполненного долга сказать: да, это моих рук дело. Ну, мне бы точно хотелось это сказать. Фиск нанес этим Питеру глубокую рану во время их первой схватки. Пит смог уйти, я нашла его у дверей почти мертвым и еле довезла до больницы на папиной машине. Так я в первый раз стала... А потом Сингария. Ты его бросила. Что-то было в новостях?
Ай-яй-яй-яй. Иногда мне кажется, что вся история мира — это просто игры мальчишек, которые хотят подраться. Не могу забыть этот образ. Сколько напряжения между двумя фигурами. Киото. Красота. Иногда я хочу бросить все и просто путешествовать. А потом вспоминаю о работе и всем остальном. Скажите, как будете готовы? Хорошо. Начнем с самого ценного. Уникальная фигурка в стиле Кокеймон. А, красота. Это Мифуне? Верно. У мистера Фиска тонкий вкус. Вы много с ним общались до ареста? Ну, по вопросам работы. Я помогала ему с аукционами. Прошу вас, пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Быстренько пробежимся. Это изысканный шедевр. Характерный пример традиционной техники Тарасикомы. Эти два Нио впечатляют. Понимаю, почему это нравилось Фиску. Его стиль, да? Двойственность. Труд создающих, тих среди шума, разрушающих. А на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное? Нет. Нет, конечно, нет. Я ни о чем таком не слышала. Полюбуйтесь золотым орнаментом на этом чайном наборе. Знакомый из прокуратуры как-то сказал, что Фиск там отмывает краденые вещи. Я абсолютно ничего об этом не знаю. О, конечно. Просто интересно, теперь, когда его арестовали, вы не припоминаете ничего странного? Знаете что? У меня не так много времени. Почему бы нам не сделать фото для обложки? Когда я сказала, что буду писать про вас, мой друг из прокуратуры ответил, что знает ваше имя. Просто фото, пожалуйста. Встаньте там. Вы уверены, что вам нечего рассказать о делах Фиска? Может быть, не под запись? Сомневаюсь, что вашим читателям будет интересно. Черт, подождите здесь. Ого, стойте. Это же... О, сфотографирую. Этого не должно быть здесь. Алло? Крейг? Крейг, я перезвоню. Дорогая, мне кажется, вам уже пора. А можно воспользоваться туалетом? Конечно. Идите за мной. Спасибо. Здесь очень симпатично. Да, и вы видите это место в последний раз. Женский за углом. Не задерживайтесь. Конечно. Сейчас вернусь. Привет, Крейг. Забавно, что ты позвонил. Потому что твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу, как мы договаривались. Нет, она сейчас здесь. Надо попасть в ту подсобку. Если я правильно узнала ту статую, тут пахнет крупной статьей. Что значит, ему пришлось перенести? Если это не твой репортер, то кто она, Крейг? Кто проник в мою галерею? О, Господи! Нет, ты не сможешь разобраться. Ну, первым делом я добьюсь ареста этой мисс журналистское расследование. А сразу после этого я снесу тебе голову, Крэг. Черт, она злится. Совершенно верно, это угроза. Ага. Пит мне об этом рассказывал. Фиск прятал в ней улики. Почему же копы ее не забрали? Эта статуя должна открываться. Но как? Как-то открывается.
Будет тут здесь каких-нибудь Нео там за ними, но выглядит по-другому. Она точно с Фиском заодно. Конечно, заодно, а ты как думала? Так, ну хорошо. Здесь мы все осмотрели. Кнопки взаимодействия пропали. Он что-то держит. Эта статуя двигается. Основная поза — скрытая сила. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Ну, допустим. Может, части можно двигать? Конечно, можно двигать. Так, а вторая рука как двигается? Так, я не понял. Рука поднимается. Сделать как на портрете? Мне кажется, бред. Так, окей. Мы смотрим, как на портрете. У него голова повернута вправо, рука поднята правая, левая рука опущена. Левая рука опущена, поднята правая, голова смотрит не в ту сторону. Окей. В каталоге упоминались две позы. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Вот. Да. Почти. Но чего-то не хватает. Ничего не хватает, у него ничего не двигается. Тут явно что-то должно подвинуться еще. Или нет? Или же мы возвращаемся дальше к письму? А нет, мы возвращаемся. Я их уже видела. Да, и мы должны, судя по всему, ее дать ему. Нет, не так. Почему не так? Собственно. Подходит, но это не то. Ну хорошо, допустим. Допустим, это не то. Перевернем ее. Так, а больше она никак не переворачивается. Все, мы ее забрали. Может, у нас может ей драться, я даже не знаю. Так. То есть здесь у него рот открыт. Левая рука поднята вверх, правая вниз. Ну, допустим. Хорошо. Это мы все видели. Перед нами загадочка. Загадочка говорит о том, что пора решаться. Да. Не. Ну, допустим, я уже понял, что не пойдет. Что ты будешь предлагать? Выйти? Я думаю, вряд ли. Да, экспонаты руками не трогать, осмотреть статую. Статую мы можем осмотреть только сложив.
данный инструмент, так как опять будет говорить нет. Окей, подходим без него к столу. Он что-то держит в руке. Да. Но что это? Ну, тоже то, что ты только что видела, он держит. То он и держит в руке. Все правильно. Окей, мы берем палку. И бери. Так, а это можно взять в руку? Да. Угу. Тут различные элементы. Что можно взять в руку? Я так полагаю, что мы можем это забрать. И попробовать вставлять ему в ладонь разные предметы. Вот так. Да? Подошло? Ну, отлично. Норман Осборн. Что это? Дыхание дьявола. Что за дыхание? Что там? Ух, гангстеры напали. Ну, это вот как раз, да, сейчас... Извините, я надеюсь, сэр, у нее ума вам, хватит вам паучку нельзя. Все отдать. Плохо. Где эта статуя? Там. Вон там. Ну хорошо. Я уже собиралась уходить и увидела тебя. Тебе очень повезло. Вообще-то, это я тебя спасла. Слушай, спасибо. Эти парни в масках, они ищут эту папку. Но я не вынесу ее отсюда, пока их тут тьма тьмущая. Точно. Так, спрячься тут, я разберусь с ними, а ты сразу беги. Хороший план. Рада тебя видеть. И я тебя. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Забавно. Я представляла именно так. Какие-то у них эротические Она фантазии. Что, сменила духи? Соберись, Пит, соберись. Прежде чем идти дальше, закончу с этими парнями. Так, Пит, я спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Записи по так называемому дыханию дьявола. Фиск наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с папкой. Держись. Вот так. Так, где враги остались? Соберись, Пит. Так, минус один есть. Подвяжем его как гирлянду. Хорошо. Так, что у нас там дальше? Пойдем.
Потихонечку. Да, потихонечку будем опускаться вниз. Где наш дружок? Выключаем. Так, да. Тут чисто. Исследуем площадочку. На площадочке все тихо, спокойно. За исключением этих двоих преступничков. Можем ли мы напасть сверху? Ого, а у Фиска много барахла. Да, у Фиски здесь хватает. Комнату за комнатой. Сначала одну, потом следующую. Так, вырубать его опасно. Все трое пока отвлечены. А вы так ничего и не поняли. Так, здесь у нас тоже. Можно будет безопасно устроить с ним бой. И где у нас еще один друг оставшийся? Вот он. Ну что, вынесем мы его. Ну вот и все. Да, отлично сработано. МДЖ! Так, все-таки нашел. Энджи поймали, избили. Стой! И забрали папку. Нет. Прячься! Брать заложников нехорошо, ребята. Ого! А что за светящаяся фигня у вас на руках? Вы что, призраки? Никогда не дрался с призраками. Да вообще нехилые ребята, скажу. Так они нормально разваливают. Как-то дрался, но знаете, технически это разные вещи. Все призраки духи, но не все духи призраки, понимаете? Оп, вот и босс появился. Нормально. А говорит, босс. Вынес просто эти. О, господа, с огнестрелом. На славу. С этим разобрался. Явно что-то искали. Явно что-то.